Алиса Монахова-Седова исполняет лирическую песню «Грушенька». Для многих фольклор – это кокошник, матрешка в руках и нарумяненные щеки. Однако все не так просто. Народное искусство может быть современным, уверена артистка. Это очень красивая лирическая песня. Рассказывается о том, что молодая девушка на распутье. Она любит молодого парня, хочет за него замуж, а он ее замуж не зовет, а родители отдают за старого, но состоятельного мужчину. Вот об этом история этой песни. Такие метры. Это вообще счастье, если мы пойдем на образовательное обучение, потому что от них услышать комментарии, неважно, положительно, отрицательно, это очень важно. В Самаре прошли прослушивания для авторов в Академию современной музыки Ольги Кормухиной и Алексея Белова. Этот кастинг – проект для талантливой молодежи, которая создает музыкальный контент. Он реализуется на средства Президентского фонда культурных инициатив при поддержке администрации Самары и Самарского государственного института культуры. Для ребят чрезвычайно важно услышать совет, который, возможно, перевернет их творческую жизнь, заставит их поверить в свои силы и реализовать все свои творческие замыслы и возможности на сцене. А услышать это слово и совет от действующих мастеров российской сцены – это вдвойне почетно и, я думаю, что нужно. Самые талантливые молодые авторы получат шанс стать студентами образовательного проекта, выступить на российских фестивалях, а также выпустить собственный сингл. Они стараются выявить и поддержать именно авторов-исполнителей. Не просто замечательно вокализирующих музыкантов, певцов, но и прежде всего тех, кто создает и потом сможет продвинуть свой собственный музыкальный контент. Эксперты говорят, для того, чтобы стать настоящей звездой, важно быть не похожим на других. Ведь копии сегодня никого не интересуют. Чем более ты индивидуален, тем более ты интересен. Я многим говорил из тех, кого прослушивали, что большинство из вас встает в длинную очередь за зарплатой в очень маленькое окошко. И пока до вас дойдет время, окошко уже закроется. Старайтесь быть ни на кого не похожими. И для вас откроются огромные, большие окна. Проект не лепит будущих звезд, а развивает собственный талант конкурсантов, открывает творческие грани и воплощает в реальности все музыкальные задумки. Конечно, через музыку, особенно через малые формы, такие как песня, да, можно быстрее найти, протоптать тропинку к душам людей, прямую тропинку, завивать их сердце, завивать внимание и через это объединять людей под правильными идеями. Самарская область стала одним из 10 регионов, которые принимают наставников Академии современной музыки. После очных прослушиваний Ольга Кормухина и Алексей Белов выберут 10 представителей от каждого региона. Однако только один из них получит возможность принять участие в финальном гала-концерте в Москве. Ксения Баканова, Константин Головин. События.